Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал своим подписчикам в Инстаграм подать в суд на редакцию программы «Пусть говорят» на Первом канале и ее ведущего Дмитрия Борисова. Негодование Разина вызвал эфир, в котором, помимо прочего, обсуждалось состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк. Подписывайся на канал и не забудь поставить колокольчик, чтобы тебе приходило новое видео. Всем удачи!